предпочитают заранее планировать развитие отношений. Эти люди – ответственные, находчивые и исполнительные работники. Из этих людей получаются хорошие семьянины. Своих целей они добиваются упорным трудом. Это ответственные подчиненные и честные руководители. Это умные, темпераментные и сексуальные личности. Они обладают творческим потенциалом и хорошей фантазией. Способны генерировать оригинальные идеи во благо. Они готовы предложить помощь в различных ситуациях. Уважают своего избранника и открыто выражают чувства. В отношениях готовы пожертвовать собой ради любимых. Иногда проявляют чувствительность, помогают семье. Эти люди болезненно воспринимают критику в свой адрес. Они не любят отвлекаться на бесполезные вещи и занятия. Стараются избегать конфликтов, сглаживают ситуацию. Лидеры по натуре любят находиться в центре внимания. Они покоряют сердца своей простотой и честностью. Являются отличными психологами, начитанные интеллигенты. Борются за свои идеалы и ищут единомышленников. Эти люди обладают от природы живым воображением. Выплескивают энергию в то время, когда это допустимо. Умеют успокоить коллектив корректными фактами. Семейные личности отвергают бездетный образ жизни. Эти люди любят новшество и минимализм, обожают комфорт, предпочитают проводить время в теплой компании. Эти люди имеют большой творческий потенциал. Они амбициозны, сильны, настойчивы и талантливы. В отношениях они нежны и надежны. Эти люди не лишены внутренних комплексов и страхов. В юности им редко удается распознать истинную любовь. Харизма делает их популярными среди окружающих людей. Много работают ради удовлетворения своих амбиций. Они уверены в себе и своих сил, целеустремлены. Они чрезвычайно практичны и приземлены. Не любят подчиняться, стараются поставить всех на место. Профессионально грамотные, начитанные личности. Они сдержаны, строги, но при этом обаятельны. Они умеют держать напряжение и готовы совершать поступки. Постоянно доказывают свои чувства приятными словами. Они обладают богатым воображением. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.